Итак, здравствуйте. Сегодня я покажу вам карты на коллекторе 6, очень хорошие. Значит, первая карта наша будет, где Wild West. Все ссылки я оставлю в описании. Ну, видимо, 15 минут, может быть, мне прорвется, но я в любом случае очень вторую версию. Первая карта, как видите, очень красивая, здесь в американском духе. Бомбу ставить здесь надо. Бомбу ставить. Здесь можно побороться немного. Вот. Второй этаж в этой комнате есть. Даже снова полно домов здесь, видите. Так и надо объяснить, полно домов. В общем, поняли, что эта карта очень красивая, и надо ее честно изучать. Следующая карта — это две стук. Да, две стук. На этой карте уже все части работаны. Здесь уже повыше расстояние, с мыльным делом. Первое здание — это здание магазин. Магазин на переводе ничего. Так, все двери закрыты. Это здание генерала, генерал кто? Здесь, как вы видите, есть вот две комнаты, где можно спрятаться хорошо. Это здание отеля, и также очень красиво. Хорошие текстуры, их нету в текстуры этой карты нету, она идти видите, вложим в саму карту, так что успокоиться не надо. Вот, здесь второй этаж, можно контролировать сразу эти территории, эту территорию и территорию. Здесь, собственно, тоже хороший метод снайперов для ПС. Там это здание для террористов хорошего снайпера. Секретик, то есть, в принципе, как можно что-то отсюда. Через полю пойти это здание. Догадались, что старый материалист, здание, тоже красиво. На втором этаже появляется, куда обычно сбегать жальтер, очень редко, очень-очень редко, потому что это здание используется в цене. Это для спрятаться в цене. Тоже красиво место, я помню. По лестнице добраться на улицу, с этого здания перейти на этажами. Это вот тоже. Сами помните, контролируйте верхнюю точку. И верхнюю точку нужно с снайпером. Так это... Любимое место террористов. Вот это. Когда сбегаете, тоже место террористов. У них тоже кратко бинда. Это здесь. Нет, нет, как на башне. И здесь. Вот мы сдали мильный там. Да. Ну, вот, видите, как хорошо способ этим домом пока не тоже, чтобы скончать не вот это. Так. Также можно еще не просто стоит, да, он забрать прыжками. Сейчас. Я на сегодня рад, если вы собираете к этому 6. Карта будет забить. Вы там поймете, что он сейчас идет. Здесь тоже можно спрятаться, как единственный ход, я слышу, можно спрятаться, как идти через время. Это все, если вы становитесь невнимательными, вы будете говорить о вас на кем. Так, здесь может быть. Здесь дневник очень похожий. Это прям копия этой карты, но это есть эта карта, модифицированная версия этой карты. Положим в кладу, допустим. Переделим, давайте увидим. Видите, карты внешне особо ничего не изменилось. Но я бы не тратил на нее время, чтобы поменять скучку. Вот. Видите, это есть туннели. Вот, выход из здания, вот здесь еще туннель.
Он идет туда, к контртеррористам, человечеству. Вот здесь сила. Вот тут. Здесь также есть вот то же самое. Здесь есть. Ну, там тут сюда на кошку не играет. Можно даже. Здесь мы распитаемся прибегать. Какая террористка. Почти. Здесь тоже очень эффективно есть. Вот даже лестница сюда появилась. Он залез наверх. И в 60-м году. Кадр. Вот видите, место очень красиво расположено. Шкуры подобраны. Здесь есть также появление. У нас тут террористы появляются. Очень больно, никак не понимаю. Так, первое, второе. Четвертая наша карта это ПС. Бикотка. Это очень хорошая, но не ученика. Это как бы реальность. Выбираем людей, они окажутся в квартире. Квартира одного жителя. Это первая комната, это вторая комната. Здесь услышите российский гимн, кубка, часы контролируются, зал, кухня, все в реальности прям. Да, вот сейчас мы просто были здесь. Дружка. Это вторая, третья комната. Это мат на кино, короче. Вот, не знаю. Это четвертая комната. Здесь похоже кино «Обзирла». Так, показывается квартира. Так, это все квартиры, где там есть книг. Нажимать свою кнопку, потом приезжает вниз, вот сюда. То, что приезжает. Ты никак не полюшит, ехал, и взорвался. Нет. Ну, нормально приезжает, ходите вниз. Вот так. И все, вот это видите, кисточку. Гараж плавается, машинка. Подсветник, красивая газелька. Модель. Я в редакторе карт смотрел вот на эту машину, но под текстурой Волги. Так, полицейские машины. Нет, спасибо за возможность. Так, сейчас. Последняя машина. Карта, как тут, как Мансу. Идентификация, как тут, Мансу. Если пояс в космос, то есть в наше. Это наше. Наша жизнь. Если вы слышали, что здесь такие звуки страшные. Внешняя карта выглядит вот как так. Это старый домик. Здесь метр один знаете. Здесь цветы. Кладбище местное. Да, вот так выглядит. Странно. А некоторых картах вот этого нет. Что-то сейчас выключу. Вот здесь трубка разобьет. Если вы разобьете памятник, то у вас появится какая-то белая штучка такая. Памятник подобились очень-очень долго, чтобы его разобить. Не нужно. Первый этаж как-то нравится. К семейству его бывшего. Фонарики, которые у него есть, ботинки, башка, кофточка, бомж. Нажимаете сюда, у вас пианино сразу тут. Второй этаж еще неизвестный, здесь. Вот. Тоже бомж. Вот сейчас кроваточка провели. Вот еще один номер.
кровавое письмо. Как это сделано в каком стиле Джона? Кости валяются. Внешне тоже страшновато. Вот туннель. Давайте как нормально, но спустим заложника, когда пусть заложник. И вот так лично, чтобы не валялись, как утешение и еще раз сесть. Это Old Mansion, а есть еще модификация Cold Mansion. Ну, здесь все то же самое, но здесь снег появился. Появились. Пол отремонтировали. Магазин немного повесили, все красивее стало. Вроде бы так. Конечно, спасибо за просмотр. А сейчас скажу, как все это сделать. Заберите как. Находите, например, на территории вашей игры, вот, в архиве, то есть распаковывается, если вы оставляете этот эксон, если вы проверили, модель, если вы сюда вставляете модели, страйк, как будет трека модель, папка с моделями, кидайте сюда, у вас будет окошко с подтвердить замену, да, например, если вы сделаете вот так, например, сейчас. В общем, к примеру, сейчас секундочку. Вот если вы, к примеру, вот вы как будто бы это модель, папочка модель, к примеру. Если вы кинули сюда, к примеру, там будет такое окошечко. Вы также подтверждаете, у вас это сливается и все. Если вы только один файл, BSP, к примеру, закончите мап, скидайте ее, и все. Это будет два студия. И ствол все то же самое. Если это саунд, то же самое. Кидайте. Вот, подтверждайте копирование. Не заменяйте никакой ключ, а то у вас потом многие карты не пойдут. Так. В общем-то, все. Текстуры карта заложены в саму карту. Ссылочку я все не оставлю.